извини, ты слышу. Еще немножечко посплю, а потом буду вставать. Честно. Ну не звини, ну я прошу тебя, ну сейчас проснусь. Ай, противный будильник. Ладно, твоя взяла. Ой, все, доброе утро всем, проснулась я. Я очень люблю рок. Я люблю петь и танцевать. Как же отсюда выбраться-то? Давайте знакомиться, ребята. Это я. Извините, что я пока в бумажке. Просто я еще не одетая. Я пока пойду переоденусь, а вы посмотрите, какие еще сюрпризы есть в моей упаковке, ладно? Ай, вот и началось мое первое утро. Ой, точно, это моя бутылочка. А это мой талисманчик. Я просто обожаю черный цвет, и поэтому у меня черные тапочки. А это точно мое? Черная сосочка. Ну ладно. Сейчас я полностью оденусь и начнем мое утро, ладно, ребята? Я покажу вам, как проходит день куколки Лол. А тем более у меня сегодня первый день в Лолтауне. А вот талисманчик, о котором я вам рассказывала. А вот такая я вся. Лол сюрприз Рокки. Приятно познакомиться. Свой плакат с разбитым сердцем я приклею сюда, на шкаф. Так, и что-то у меня живот не курчит. Пора, по-моему, позавтракать. Только сначала нужно ванну принять. Хотя, ванну отложу на попозже. Почищу зубы и умоюсь. Так, где моя мыльца? Ручки нужно с мылом мыть. А сейчас зубки почищу и вперед на кухню готовить яичницу. Ну вот и готово. Поставлю чайничек. Может приготовить пиццу еще? Ой, я же хотела яичницу, точно. Возьмем яички и разобьем их на сковородку. Поставим на огонь, готово. Отличный завтрак. Получилось мое любимое кофе. Яички. Ну вот, можно кушать. Сейчас позавтракаю, приму ванну и пойду знакомиться с другими куколками Лол. Вы же знаете, их так много в Лолтауне. Даже не знаю, сколько времени мне понадобится. А еще я хотела бы создать свою рок-группу здесь. Вы не знаете? Здесь музыкой кто-нибудь занимается? Есть даже диджей? О, здорово! Можно будет организовать целый концерт. А моя посуда? Не подсматривайте, да, с утра я забыла сходить в туалет. Ой, сейчас включу ледяную воду и посмотрим, могу ли я менять цвет. О, какая леденючая! Ну сейчас посмотрим, могу ли менять что-то я. Ой, ничего не появляется. Обидно, давайте попробуем прическу. Может она меняется? Или может макияж какой появляется? Не, ничего у меня не меняется. А может попробовать в теплой воде? Как вы думаете? Ого, от этой воды идет пар, как бы не свариться. Ай-яй-яй-яй, горяченькая. Ну опять ничего, Женьки, не появляется. Может макияж или прическа? Ничего не меняется. Ну ладно, надеюсь, от этого куколки Лол не станут любить меня меньше. Ведь они тоже какие-то меняют цвет, а какие-то нет. И на тех, кто не умеет, вроде как здесь не принято обижаться. Да, ребята? Ну что ж, вот такое вот знакомство. Еще одна новая куколка в городе Лолтауне, и это я. Возьму с собой скейт, водичку и поеду в город со всеми остальными знакомиться. Ведь чем больше друзей, тем лучше, да? А вы ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Дренелка и смотрите новые интересные серии. Совсем скоро будет еще одна новая куколка. Она такая необычная. Ну, впрочем, сами все увидите. Пока-пока. Спасибо за лайк и за подписку, друзья. А я поехала.